плюс для тебя должна быть мотивация. То есть, если это для тебя имеет какую-то стоимость, цену, то только тогда ты будешь делать то, что тебе говорят на этом тренинге. Никто вам ничего не впаривает. Я перед началом следующего Сатори, это будет в начале июня, сниму еще одно видео про этот тренинг, да, напомню тем, кто хочет, а также своим друзьям, о том, что как бы будет этот тренинг, да. Вот, и, соответственно, приглашу всех, поеду туда сам в качестве участника еще раз на 3 дня, потому что это охуенно. Ну, собственно, это то, что я хотел вам сказать. Там какая-то классная тёлка на синей тачке. Мне будет более интересно пообщаться с ней. Правда, злая какая-то. Опусти. Ты такая агрессивная, прям всем сигналишь, едешь. Один раз. Ты очень классно выглядишь, кстати. Ну, я видел, я все видел. Слушай, а вот тормозни там на пару секунд, а? Ну да, я прям что-нибудь хорошее тебе скажу и дальше поедешь. Ты классная просто. Давай. Ну, прям за светофором, где там удобно будет. Давай. Так, как мне перевернуть вот это все? Так, ребят, попробуем, короче. Ну, это уже для нормальных парней, а не для неудачников, про которых я сейчас говорил. Сейчас попробуем цепануть девку. Как это поставить? Ну, не важно.